Так, парни, всем привет. Сегодня у нас 26 апреля, это вторник. В общем, я готовлюсь ехать в Минск. Все, в четверг в 3 часа утра я выезжаю, отель забронирован. И сейчас я вам хочу рассказать, что нужно для того, чтобы съездить на выходные или там на пару дней, недель в Минск. Поехали. По сути, значит, граждане Российской Федерации, для того, чтобы попасть им в Беларусь, нужно всего лишь вот такая вот бумажка. Так называемая это грин-карта. По нашим языком это страховка. Цена вопроса 960 рублей. Мне она обошлась вообще в 840 рублей. Сделал я ее в РЕСА гарантия. Делается она минимально на 15 дней рабочих. Приезжаете, нужно обязательно, чтобы был ПТС на автомобиль и паспорт человека, на кого оформлена машина. То есть машина, например, оформлена не на меня, поэтому я привозил копию паспорта того, чья это машина. Все, вас никак в эту страховку не вписывают, она должна быть. В целом, все, кто ездил в Белоруссию, говорят, это так, формальность, но быть должна, иначе штраф. Вы можете купить эту же грин-карту там, на любой заправке, в любом месте. В принципе, цена везде одинаковая. Никаких вот этих завершений нету. Но, тем не менее, человек, который мне про это рассказывал, сказал, что он отдал примерно зимой, вот на январских праздниках ездил, 2100 рублей. А я отдал 840. Но делали мы в одном и том же месте. Что касаемо бронирования отеля. Я забронировал его примерно дней за 7-9 до поездки. И отдал я за 3 ночи 14500 рублей. Отель забронирован, деньги я никакие не вносил. Воспользовался я услугой booking.com. Сейчас мы ко мне зайдем в офис. Там у меня стоит электронно-вычислительная машина. Она же компьютер. Вот, я вам покажу отель. Также в описании кину ссылку на отель. Для чего? Ну, просто, чтобы вам не рассказывать, что за отель, где находится. Кому интересно, тот сам посмотрит, выберет. Но отелей очень много. Есть дешевые отели. Буквально можно за 6000, за 5000 съездить также на 3 дня. Вот, все зависит от территориальности и, понятное дело, от крутости, там, не крутости отеля. Когда я бронировал этот отель, то у меня начинало все вылетать, то, что минус 20% скидка, только сегодня вам в подарок такая-то цифра, еще что-то. Вообще какие-то были подарки в итоге. Вот сейчас я смотрю по факту, вот если, например, я бронировал бы его сейчас, цена, в принципе, та же самая. То есть она сейчас стоит отель 16000 рублей. То есть я экономлю примерно, ну, 1000-1500 рублей. Опять же, подчеркиваю, отель без завтраков, чисто просто проживание. Автомобиль мой к поездке полностью готов. Буквально 3000 километров назад я делал на нем второе ТО, масло свежее. Все проверено, в машине я уверен. На всякий случай проверю только перед поездкой давление в шинах. Сход-развал я тоже делал, то есть машина управляется идеально, претензий к ней нету. Единственное, что сделаю я капитально завтра после работы, помою автомобиль, пропылесошу здесь все, ну, не, попрошу, чтобы мне все пропылесосили, протерли пыль, чтобы ехать было комфортно и уютно. Значит, с собой, понятное дело, я возьму из вещей самое необходимое, средства гигиены, там какие-то тряпочки, в которых походить, и все. Самое главное, что будет интересно, я буду вести детальный отчет по расходам. Я вам расскажу, сколько денег я потратил на бензин, сколько денег я потратил на платные участки дороги, какие были там незапланированные, например, расходы. Ну, допустим, ехали-ехали, дико захотелось есть, куда-то пошли, поели, или там кофе, или еще что-то. Надеюсь, ничего не случится, но различные какие-то траты могут возникнуть. Вот. Также я вам расскажу, сколько я потратил копейка в копейку за отель, потому что сейчас цена одна, мало ли я приеду, выберу еще что-то, или там выберу завтраки, ну, какие-то расходы. Пойдемте, да. Сейчас я вам покажу свой маршрут, покажу вам свой отель и, соответственно, будем готовиться выезжать. Поехали. Так, парни, значит, что касаемо маршрута. Вот она, наша карта. Соответственно, вот Москва, вот он Минск. Расстояние у нас получится 750 километров. Я планирую это расстояние все проехать, в принципе, на одном баке. Но вот здесь вот, вот видите, стоит у меня специальная штучка. Здесь как раз примерно граница с Белоруссией. Мне товарищ говорит, то, что здесь на границе есть, перед границей есть заправка Лукойловская, где я, собственно, как раз до полного-то и заправлюсь. До границы от Москвы примерно 500 километров. Соответственно, для моей двухлитровой Мазды это как раз плено, тем более по трассе. Я думаю, я приеду, у меня вообще полбака еще будет граница. Но это посмотрим, соответственно, я вам про это все расскажу. Значит, что касаемо отеля. Я выбрал отель «Виктория» четырехзвездочный.
Я кину на него ссылку в описании. Для чего? Для того, что, ну, мало ли, кому-то интересно, что за отель, где находится и так далее. Заселение в отель происходит в 2 часа дня. Соответственно, выезжать я буду в 3 утра, ну, может, в 3:30, вот в этот период времени. Планирую к 2 часам дня уже быть, вот, собственно, в этом отеле. Ну все, подписывайтесь на канал, поэтому до новых встреч, пацаны, из Минска.